Студенческий десант в отделении Министерства внутренних дел. На экскурсию в полицию пришли студенты 4 курса филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Все очень понравилось, все доступно объяснили, показали на примере. Такие профориентационные, вполне возможно, что кому-то пригодится, может кто-то и действительно пойдет учиться, работать. Сотрудники полиции постарались рассказать как можно больше о своей службе, требованиях, которые предъявляются к слушателям учебных заведений по линии Министерства внутренних дел, познакомились с вооружением, которое сегодня имеется в отделении, рассказали о подразделениях ОМВД и даже показали один из боевых приемов, который применяют полицейские в отношении нарушителей правопорядка. В его роли, по желанию, выступил один из студентов. Мы ставим блок, после линии атаки делаем удар, послабляющий, переводим, выбрасываем. В сторону происходит загиб руки за спину обязательно, то есть, ну, есть определенная фиксация, и пошли сопровождение у нас идет. Я считаю, то что на работу в полицию, на службу в полицию должны идти в первую очередь те люди, которые считают себя патриотами своей страны, которые заботятся об обеспечении безопасности граждан, в частности жителей города Губкинского и Малонецкого автономного округа, ну и в целом любит свою страну, любит свой город и хочет сделать этот мир лучше. Студенты с интересом слушали представителей правопорядка, задавали вопросы, разбирали и собирали оружие. Ребятам также показали головные уборы сотрудников полиции разных стран. Их коллекционирует один из работников ОМВД. Студентам даже разрешили примерить на себя фуражки и береты охранников правопорядка. Профориентационное мероприятие организовано Центром занятости населения при содействии сотрудников полиции. Данное мероприятие, ну, как бы направлено это для именно студентов, для того, чтобы они, ну, увидели организации нашего города, увидели вакансии в организациях нашего города, чтобы как бы для себя произвели вот такой вот как бы профотбор, то есть чтобы они увидели, а могу ли я здесь работать, а нужно ли мне здесь работать, интересно ли мне вообще данная организация и вообще как бы утвердиться в своем выборе, в своей профессии. Каждый преследует свою цель. Специалисты Центра занятости – помочь школьникам и студентам в выборе профессии. Сотрудники полиции – подобрать кадры для учебных заведений по линии МВД. В свою очередь ребята знакомятся с предприятиями Губкинского и специальностями, которые на них востребованы. В завершение профориентационного мероприятия «Студенческий десант» – коллективное фото. Екатерина Склева, Алексей Магин, новости Губкинского.